Привет всем любителям мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Высоко над страхом». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Предательство супруга Славки поразило Лиду, банальная интрижка любимого с медсестрой лишила женщину семьи. Она решила, прийти в себя ей поможет переезд в уединенное место. Малозареченск показался ей спокойным городком, где она сможет понять случившуюся ситуацию и пережить ее. Хорошее предложение. Заселение в служебное жилье стало началом новой жизни. Ощущение умиротворения продлилось недолго, страх и неуверенность не покидают хозяйку в квартире. Она осматривает помещение и обнаруживает на верхних полках колбу с хранящимся. О токсичной находке она сообщает соседу Ивану, нашедшему ее в подъезде без сознания. Мужчина предлагает ей временно побыть у него, ведь владелец футляра, вероятно, вернется за ним. А соседство с неизвестным отравляющим веществом может привести к проблемам со здоровьем. Его мнение разделяют солидные люди, предлагающие ей поддержку, занимающиеся важными государственными интересами. Лидия с сомнением переезжает к Ване, не представляя, как изменятся ее планы, забывая о своих былых чувствах и прошлых обидах. В ролях Роман Маякин, Анастасия Грибова, Николай Горшков, Сергей Гамов.